Вероника Бурская представляет Кемеровскую область, город Новокузнецк, является победительницей первенства России этого года. Тренируется под руководством тренеров Николая Долгенко и Андрея Добрынина. Синим трико Галия Гараева, Республика Татарстан, победительница Приволжского федерального округа, тренеры Сагит Ибрагимов, тренер Сагит Ибрагимов. Thank you.
В этом поединке победила Вероника Курская, Кемеровская область. Она завоевала первое место и золотую медаль в весовой категории до 40 килограммов.